Я всегда завидовал российскому интернету. У них там даже в далекой деревне каждая уважающаяся дама имеет айфон. Ну, пускай даже и он имеет ее, поскольку куплен в кредит. Но айфон-то есть. Пусть дома кушать нечего, да и дома как такового нет. Но главное, при телефоне. В России каждый бомж теперь при смартфоне. В Белоруссии такого нет. Нет бомжей. А в России сидят все в интернете. И интернет в разы лучше.